Давай нормально копай, баран. Я всю работу на сегодня сделал. Можно мне мою зарплату? На. Ну ведь вы обещали 500 рублей, а здесь только 100. Тебе хватит. Сынок, у тебя же сегодня день рождения. Поздравляю тебя. И что это? Ну ты же хотел наушники, я тебе купил их. Дерьмо это, а не наушники. Айрподсы беспроводные мне купи. А ты чё, на обед не идёшь, я не понял? Можно я сегодня тоже без обеда буду работать, а вы мне чуть больше заплатите? Ну как скажешь. Когда ты мне наушники беспроводные купишь? Уже 2 недели после дня рождения прошло. Потерпи, сынок. Еще немного подкопить мне осталось. Ты достал. Ну и че ты встал? Я тебе деньги за работу плачу, а не за то, что ты тут стоишь. Работай. Можно я сегодня подольше поработаю? А вы мне, как вчера, чуть больше заплатите. Ну давай, я через 2 часа приеду, проверю. Так, ну и где он? Обещал же мне сегодня наушники беспроводные купить. Трубки не берет. И это ты так работаешь? Пока меня нет, лежишь тут отдыхаешь? Я с кем разговариваю? Я не понял, ты чё, оборзел спать на работе? Простите, просто сердце прихватило. Сейчас у тебя не только сердце прихватит. Да почему он трубки не берет? Вы можете мне таблетки принести? Там в куртке у меня лежат. Конечно, могу. Ну что, легче? Эй, мужик, зря ты это сделал. А ты еще кто такой? Я его сын. И что ты мне сделаешь? Сейчас увидишь. Со мной можешь обращаться как угодно, а моих родных тронуть не позволю. Ну что сидишь? Вставай, пойдем. Куда? Как куда? Наушники тебе покупать.